Друзья, всем привет! Мы сегодня будем ловить весеннюю плотву на реке Десна. Значит, ребят, коротко по снастям. У меня два фидера. Это дайва до 150 грамм. По-моему, 3,60 у него длина. Так, смотрим. Соответственно, у него от 40 до 150, длина 3,9. Вот, и я себе взял две новых катушки. Это Mitchell Full Runner 5000 с байтранером. То есть планирую их под флетики, потом использовать летом. У меня были дайвовские катушки. К сожалению, меня их украли, вынесли, короче, там из моей подсобки. Ну, пусть они служат верой и правдой, потому что я их обслужил, намотал новый шнур новому владельцу. Нисколько на него не расстраиваюсь. Короче говоря, проехали, не ловим рыбу, собираем снасти, и нас ждет Десна. Сегодня буду использовать прикормку Dynamite Baits, Silver Roach она называется, темного цвета, классическая. Посмотрим, что это вообще за прикормка. Она не дешевая, но я хочу максимально выжать результативность сегодняшней рыбалки, потому что на плоту езжу не так часто. Попробуем, что это за прикормка. Значит, сразу свяжу пару поводков из флюра. Значит, самое главное, я делаю скрутыш. Такой отводик. То есть мы отмеряем где-то сантиметров, наверное, тут 17-20. Складываем вдвое, вот здесь вот. И начинаем закручивать косичку. Петельку делаем и начинаем вот вокруг своей оси крутить, чтобы получилась косичка. У вас сначала тут получится такая большая петелька. Вот это она. Вы ее так раз и подтянули. Она маленькая стала, и снова подкручиваете. Вот она уже, видите, вот она уже маленькая. И делаем такой вот отводик. Отводик должен быть сантиметров, наверное, где-то вот 12-15 даже. Вот. Он у вас сначала будет такой вот неаккуратненький. Вы его подтягиваете и снова закручиваете. Просто прокручиваете эту в эту сторону, а эту в эту сторону. Флюрокарбон, тут лесочку можно. Можно обычную леску использовать. И вот у вас отвод получается. Он будет препятствовать запутыванию тоненького поводка за основную леску, плетенку. Вот, хороший. Теперь тут очень важно. Очень важно, значит, что сделать. Складываем вдвое. И как бы узелок делать. Но надо провернуть еще раз, чтобы получилась восьмерка. Это очень важно, потому что тут будет большая нагрузка. Вот, видите? Вот такая восьмерочка получается. И это затягиваем. Смочили, как обычно, послюнили и затянули. Если этого не сделать, на большой нагрузке это все будет развязываться. Вот, сделали. И теперь у вас получается, вот сюда у вас идет кормушка, такой маленький кусок. А тот длинный, это будет уже основной поводок, туда уже плетенки буду вязать. Верил Коле, ответственное задание, он будет замешивать прикормку, он специалист, говорит, в этом деле. Надо сколько раз, говорит, в школе замешать? 15. Ну как пахнет? Там так, никак. Не на свои деньги, да? Мне не нравится. Не? Ну давай попробуем туда. Ну, может рыбе понравится. Вообще запаха нету. Вообще не оно, да? Цвет хороший. А чё темный цвет, Коль? Ну, потому что по холодной воде желтый цвет рыба боится. Да? Надо сейчас темные цвета. А летом желтые на крупную рыбу. Ну давай. Так, мусор где наш? Давай, я выброшу. Надо переувлажнить. Переувлажнить, да? Ну, да. Чтобы она не пылила, была инертной.
Ты начитал сам одного что-то, да? Наслушался, да, пацанов. Типа даже, надо ж. Ну ты видишь, где-то... там какая-то фракция, там. А ну покажи, я ближе сюда. Где-то инфу ж надо черпать. Это там какие-то светленькие семечки, да, там какие-то есть? Ну, блин. Пахнет не оно. 280 гривен или сколько? Я не знаю. Я бью 30 гривен максимум. Сейчас напишем тут точную цену прикормки. Слушай, ну, может быть всякое. Может и вообще не клевать. А может и клевать хорошо. Посмотрим. Дадим ей шанс. Или сразу в воду ее выкинем. Прикормку? Ну да. Выкинем кормушками в воду. Короче, я понял, что ты так к ней относишься, потому что у тебя тут сом нарисован. Ты же сомятник. Да. Ты же не фидерист. Значит, вот я уже привязал поводочек плетенки. И вот наш отвод. Вот он. Беру кормушку. Кормушку беру такую зацепами на 130 грамм, потому что течение очень сильно несет. Теперь что тут важно правильно как сделать? Вам нужно завязать кормушку таким образом, что вот этот отводик, вот он, чтобы он был ниже кормушки, чтобы он вот эта вот антизапутывающаяся такая у него была функция. Вот он не будет путаться. Нужно привязать недалеко, даже можно чуть ниже. Вот. Вот. Вот так правильно. И завязываем туда. Вот здесь. И все. И это будет правильно. Так будет работать. Короче, выбрал тактику его спортивной рыбалки. Он заклипсовался, у него есть бровочка там. Сколько метров, Коля? 35. 35 метров. И он говорит, сейчас закормлю все там. Одно буду кормить, а одно... Наверное, не буду. Может и буду. Ну, короче, у него там приманок классных, я его купил. У него тут и червь красный, и мотыль, и опарыш, все у него есть. И поводки у него навязаны, даже пронумерованы, тут все у него. Крючки, правда, неправильные, ну ладно. Ну это на леща поводочница. Да? Вот у вас, смотри. Тут есть у тебя? Это какой номер крючка? Там маленький вообще. 14, наверное. 14. Ну, сосейм. Сосейм? Да. А знаешь, какой у меня сосейм есть? Сейчас покажу. Ты такого еще не видел. Смотри, вот. Я немножко ленивый. 12-й сосейм. 12-й. Чика. Ну, это классный крючок. Ну, смотри, я немножко ленивый. Не такой, как бы, как ты. Классный пацан. У меня сосейм уже есть навязанный. Смотри. Я тогда не понял. 12-й крючок. 0,14. Это 0,16. И длина, смотри, правильная. 80 сантиметров. Вот, не надо уже вязать. Понял? Тут сколько их? Ну, чего? Она 10 штук. А если сейчас надо метр-20 поводок? Ну, тогда надо уже вязать руками. У меня метровые он. И тут у меня разные крючки. Я себе вот взял и не парюсь вообще. И у меня вот есть под мотылька. А дай мне. И есть желтые крючки. И смотри, мне с маленьким крючком поводок. С маленьким? Да. Смотри, у меня есть 12 крючок, 0,14 леска. И есть 12 крючок, 16 леска. 0,14, потому что у меня 0,14. Вот эти 30 смотри, сантиметров. Я тебе покажу, как оно удобно все работает. Я уже пользовался, я просто, мне эта тема зашла. Вот у тебя раз. Я понял, сейчас я заброшу. Смотри, я тебе покажу. Вот ты берешь. И тут удобно. Они все намотаны. Мотовильцы такой прям получается. Смотри, Коль. Раз, крючочек привязанный по-правильному, японскими руками. Ты понял? Это смотри. Лопатка тут? Все с лопаткой. Да, это ж четко. Ну, это либо один опарить, либо три мотыля. Ну, маленький. Да, крючок. Да, это правильный. Это сейчас на такую осторожную рыбу. Ну, да. Именно сейчас. Ну, давай. Это 80 сантиметров? Да. Блин, а петельки нету. Так надо привязать. А зачем тебе петелька?
Ты петля в петлю делаешь? Конечно. Ну так сделай петельку. Нет, так а что нету? Я думал, там идет типа петля в петлю. А вдруг? Следующий крючок идет в эту петлю и пошел типа. Нет, ты что? Тут же японцы делают, они же умные люди. Ты себе привязываешь как хочешь. Вот так вот берешь. Хочешь петлю, хочешь не петлю. Берешь вот так вот, раз. А, не получилось первый раз, да, чуть-чуть? Что, после зимы, потому что застоялся ты уже, Коль? Старый ты уже. И все? Восьмерочка, да. Ничего себе. Конечно, все. Ты думал, блин. Еще бы ножнички правильные, не с Китая, блин. Не, Китай это нет, это не наши друзья. Есть? Конечно. Подожди, у меня кусачки. У меня все есть. Подожди. Слушай, а мне ты так завяжешь? По-модному. Мне понравилось, как ты это сделал. А ты что, не это? Я так не умею, научишь меня. Это слушай. Восьмерка. А ну, завяжи мне так. Тоже я такой крючок возьму. Мне нравится. Вот, сейчас отсоединю себе. Стоять сейчас. А ну на мне так сделай красиво. Раз, заброшу. Крючочек вообще просто идеальный. Вообще под мотылика, ребята, 0,14 лесочка. И все навязано. Вот тот, кто не любит париться, вязать крючки. И что вот с лопаткой мне это рассказывали все вот японские эти ребята, которые вот по рыбалке. Они вот топят за что? Вот это вот лопатка. Это типа крючок легче получается, рыбе в рот легче залетает. Смотрите, только чуть-чуть и все, он уже все впивается. Очень острые. Я со самим рыбачу давно этими крючками, они мне нравятся. На щуку ловлю, там на офсетнике у них есть, а ну на, завяжи мне. Полотенечка нету, блин. У меня все есть, Коля. Ну, откуда у тебя полотенце? Ты что ж ты? Смотри. Ну что, покажи давай. Хоп, 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 восьмерка, все. Слушай, ничего себе. Не надо париться, ничего. На, отрежешься. Вообще это, класс. Это восьмерка, возьми. Это супер. То, что ты проворачиваешь, пытаешься там попасть, там то все, это все за доли секунды. Слушай, спасибо тебе. Мужики, вот хочу вам показать, вот насколько продуманный народ. Вот я достал из пачки, вот в упаковке была. Крючки эти навязанные. Вот хочу попробовать эти вот золотистые с красной головочкой. Во-первых, они закрыты защитной такой вот пленочкой, чтобы там крючки эти ничего нет. А потом думаю, слушай, а как их вытаскивать? Ну там же все, ну внутри разворачиваю, думаю, что они сделали? Умные японцы, умные. Они говорят, откройте и просто потяните. Вот чтобы вы, говорят, не парились, ну простые пацаны. Вот не хотите вы париться. Вот берете, говорит, крючок. Один. И просто вот так вот берете и вытягиваете. И все, пацаны, и ничего делать не надо. Крючок оборвался, затупился, ушел. И все, он у тебя готов, уже привязанный. Представляете, какой кайф. И ты потом раз, зачехлил. Вот сюда, вот нижняя. Где-то она. Вот. Зачехлил, и оно у тебя лежит. Вот, блин, насколько гениальны эти люди. Я просто ими восхищаюсь. Это ж кайф. Не рыбалка, а кайф. Привязал и погнал. Все готово. И стоит, кстати говоря, ну, нормальных денег стоит. Оставлю ссылки в описании, посмотрите. Вообще просто я в шоке. Так, теперь им тут надо аккуратно забросить, да, Коля? Чтобы и тебя не зацепить. Далеко не буду. Да? Да, тут это шарик. Это просто шарик, 150 грамм. Я думаю, на шарика не получится. На шарика не получится, говоришь, да? Ну, у меня другое. Есть предчувствие. Вот. И все, шарик стал. Набиваем кошерного корма. Кормушечку не сильно. И все.
Коля хорошо замечал. Коля, нормально. Одобряю. Не надо. Блин, мне же не твоя. Я сейчас возьму сюжет. Пока ты дашь, я уже почти драгом сделаю. Ребята, есть. Первая клюнула. Батон. Вот такой батон у меня серебристый попался. Только поставил. Кстати говоря, Коля, рабочую комбинацию тебе сдать? Да, я тебе шлейф даю. Ты там шлейф давай. Но рыба клюнула у меня. И это первая плотва сезона. 2021. Посмотрите, ребят, клюнула на червячка с мотылем. Комбинация. Рабочая комбинация. Буквально прошло сколько? Ну, минуты 3, наверное. Пока я вторым фидером занимался. Коль, где твой садок? Коль. Ты ж давай, уважь рыбу весеннюю. Смотри, какая красивая плотва. Покажу вам, ребят, как я насаживаю мотыля. За голову, за кадберу. В самом толстом месте прокалываю и вывожу. И вот так вот я делаю. Насаживаю таких 3 покрупнее. Беру крупнее, выбираю их самых жирненьких. 3 штучки. Можно даже такие крупные, прям монстры. Можно и 2. Не, все-таки 3 пусть будет. Асимметрия была. Чтобы они крутились. Крючки острые. Мотыля цепляю сразу. Корма. Чуть-чуть. Кормушечку. И все, вперед. Так, бросаю. Аккуратно бросаю, Коль. Благодать. Река течет, ведерочки работают. Кайф. Очки, ты, конечно, вообще по красоте. И у тебя что-то клюнуло, не дай бог, да? Такие подачи, я тебе взял. Сразу была поклевка? Да, ух ты. Ой, слушай, хорошенькая. Ну-ка, поднимай ее, поднимай, я хочу поснимать ее. У тебя есть. Один-один, Тарас. А ну-ка, покажи мне близко. Ух ты! Вот такая. Не хорошо клюнула? Не батон. Это с кормом, да, у вот тебя? Только закину, смотри. Ну-ка. Только. Видишь, инертный корм, он не вымывается, все четенько, все правильно. Ну-ка. Этот.
Опарыш, три мотыля. Ну-ка, покажи, опарыш, опарыш. Опарыш, три мотыля. Вот так-то, да? Ребята, только закинул. И сразу такая клевака. И промах. Пока я тут соображал. Ё-моё. Да, ты что? Это была поклевка, Коля. Что, у тебя клюет? Не-не-не-не. Нет, у меня клюет. У тебя пока еще не клюет, ты не переживай. Ага, есть, есть, вижу. Ай, ты что, так осторожно? Да, 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 да. Мне кажется, какой-то проход пошел, да? Нет. Есть? Ну, у меня всегда есть, я же не втекаю. Ой, хорошая, смотри, какая хорошая. Да, смотри, какая, ух ты, ё-моё. Ну, ты ж с кем стал соревноваться? Слушай, хорошая плотвище. Ты смотри. Ж такая ж, глаза ж. А ну-ка, красивую покажи. Ты вывалил ее в песке. Турист. Какая, блин, вообще классная. Нормально. Ты так, тебе так нравится. Смотри. Вообще. Пум. Классика. Нижняя. Надо же знать, когда подсекать. Это ж... Смотри, какая. Ай-яй-яй, классная. А ну-ка. Тонистая. Да. Так, пошел я закидывать. Да, хорошая. Самое главное, когда ледовый, что не там не будет. Машина падает. Где вот эти? Короче, друзья, пока у нас тут перерыв с плотвой, сейчас мы с Колей займемся нормальными вещами. Приготовимся покушать. У нас сегодня есть гриль. Наполеон. Так, что ты не зажигаешься? Вот. Зажегся. Да, значит, у нас сейчас тут прогорел он. Чистить не надо, да? Не. Он такое не любит. Слышь, пока он там будет, да? Да. Конечно. Сейчас мы сразу положим мяско. Небольшие медальончики. Так, и солко. Сразу солко. Не, сосиски мы чуть попозже. Это ж все, оно жует. На природе. Так ты что, я тебе говорю. Это же песня. Все, там до 200 градусов нагрелся. Сейчас мы быстренько. Раз, надо раз. Накрывать надо? А? Накрывать надо? Конечно. У него что сейчас жар. Вон все это красиво. А ты сейчас тут полберега сбежится посмотреть, я тебе говорю. Такой сейчас будет аромат. Ты просто посмотри, что будет происходить сейчас, Коля. Ты просто не представляешь, что тут будет. Так. О, красота какая. Ворчит. М-м-м.
Ветер поднялся, правда, такой неприятный. Ну ничего, сейчас мы это неприятность скрасим. Покушаем хорошо. Пообедаем. Да, песня. Еще. Луковичка. Накидаем туда. Лучка. Есть? Короче, на зов сосисок, сало, мясо жареного подошла плотва. Коля тут по клевке, он сидит, мечтает. Он зацепил свой спиннинг второй, да? Да. Видишь, что все сошло. Сошла, была, я тоже видел. Да ладно. Хорошие? Так тебе подсагдывать? Ух ты, неплохая. Слушай, это на корм, да? Слушай, ну... А ну покажи мне. Ну покажи, что ты там поймал. Ты что? Я такой еще не ловил. А ну-ка, ну-ка. Вот это плотва. А ну-ка, покажи-ка мне ее. Сейчас смотрю спину. А ну-ка, это плотва. Ты нифига себе. Это плотва. А ну покажи. Это на корм она стала у тебя? Это плотва. Смотри, ё-моё. А ну покажи мне сюда. Слушай, это батон. Смотри. Не, а ну-ка сюда покажи. Смотри, так в ней сколько веса? Слушай, так это плотва грамм 700 точно. Да ни хера себе плотва. А ну стой. Ты шо, блин? Ух, нифига себе. Теперь, друзья, порцию сосисок мы еще сделаем. Ох. Коля, ты и мою, да, уже приговорил? Ой-ой-ой, там что-то серьезное вижу у тебя. Надо уметь подсекать просто, понял? Блин, ты без ведра, мы хорошие, либо. Да, подать под саку. Ай-яй-яй-яй-яй. Коля, у меня там фидергамов никаких нет. Не-не-не, надо. Не надо? Фидергамов не надо, не надо, не пачкай. Ну давай. Слушай, оно хорошая плотва. Потому что я подошел. Я думаю, тебя звать не буду, потому что сейчас опять колостую. Слушай, ну... С кормом. С кормом лучше клюет, чем без корма. Я убедился, да. Нам надо этот. Нам надо экстрактор. Что, снова клюет? Не. Что там у тебя? А? Да нет. Что тебе показалось? И тоже это опарик и мотыль, да? Ты видишь, как ветер поднялся? Что, я поднял вас,
Нежно, да, подходит? Да, да, для планк трусится, ну, это может быть крупно. А может быть и ветер, да? Да нет, что ветер, ну, вот нет. Бросаю. Слушай, пошли уже мясо есть, там уже ждет. Бам-бам. Чуть-чуть, да? Ну я сидел, я просто не провтыкал. Солхо. А еще сосисочки подойдут. Вам? Да. Тебя, по-моему, клюет. Угу. Подожди, подожди, не спеши. Есть? Ушла? Нет? Есть? Короче, я видел, что ты поймал ее руками, да? Аккуратно на спине наступи. Руками смотри. Да, это капец. Мы и кушаем. Это. Тут даже нету слов. Да. Невозможно. Да, невозможно. Коля тут про нас оставлял. Да, мужчины, вы что? За этим надо съездить на рыбалку. Чтобы на природе, на свежем воздухе покушать таких сосисочек. Да. О чем вы говорите? О, какая красивая. Ребята, это она, это плотва весенняя. А тебя? О. Вот такая классная плотва. Серебро. Деснянское серебро. Смотрите, какая крутая рыба. Что там есть? Ничего себе ты даешь. Батон? Или под батон? Ну хорошая, слушай. Смотри, супер. Это рыба. Это рыба. Давай, 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 смотри. Есть.
короче, я остаюсь до вечера. Ну, осторожно. Просто поднимай, плавно. Ух ты, блин. Хорошие поклевки были. Не. В траву завела. Тяну жмут травы. Да, ну, когда там рядом трава, ты, конечно, выводишь всегда вправо сразу, да? Да. О. С травой вместе. Какая красивая рыба. Мужики, ну вот работает как длинный поводок, так и короткий. У меня 40 сантиметров всего лишь на все поводок. А у Коли, сколько у тебя, Коль? Метр. А тут у меня 80 сантиметров. Тут 45. Ну, короче, все работает. И короткий, и длинный, и просто рыба. Не, ну по качеству у тебя точно лучший. Вот. А по результативности, в принципе. На этот поводок у меня сходов не было. И вот что у нас поменялось, это комбинация. Опарыш и мотыль. Вот, червя мы уже не ставим, да, Коль, червя? Не, опарыш и мотыль. Опарыш, мотыль. Мотыля я вешаю 2 штуки, а ты сколько вешаешь? 3 мотыля, 1 опарик. 3 мотыля, 1 опарик. И все, работает. Поклевочки уверенные. Да их и поклевочками-то не надо. Это поклевки, нормальные, взрослые поклевки. Рыба засекается, рыба уверенно берет. Ну, то есть, мотыль. Вот составляющая мотыль. Может быть... Светлый опарыш, он как-то привлекает внимание рыбы, а мотыль уже непосредственно по вкусовым качествам выступает. Но работает, работает. И вот сейчас я поймал на свинец без корма. А Коля топит на корм. Но мы сейчас еще посмотрим по результативности. Пока у нас корм работает лучше. И в принципе... Все рыбаки, которые вот сидят, тут плюс-минус, мы знаем, что они с кормом работают, все на корм. Но у нас, честно вам скажу, по секрету, рыбка попадается покрупнее. Там ребята заскучали уже, там тоже что-то у них. У нас вроде как более-менее еще поклевывают что-то нормального размера. Не похоже, что на весеннюю плотву деснянскую. Перезабрасывать почаще. Еще вот такое наблюдение. Можно поставить и ждать. Мы стараемся почаще перезабрасывать, потому что несет много мусора тоже. Постоянно надо чистить. Поклевывают, что не может не радовать. Я продолжаю экспериментировать. У меня одна удочка с кормом, одна со свинцом, свинцовый груз. Вот так вот пробую. Дистанция небольшая, где-то метров 35. А и то ближе я ложу свою прикормку. Погодка сегодня по-настоящему весенняя. Пригревает солнышко, одеваться сильно не хочется. Людей, слава богу, немного, по головам не топчется. Ну и в целом
после вкусного обеда на гриле жизнь налаживается. Все хорошо. Я же тебе говорю, Коля, ты у меня еще поучись, короче, как надо. А потом будешь на что-то намекать. Ты просто посмотри, какая техническая работа. Сразу. Все слажено, все действия. Раз, рыбка клюнула, удочку поднял. Все, она на крючке. Друзья, это мы так шутим с Колей. Друг друга подкалываем. Вы не подумайте, что мы тут возомнили из себя. Мы такие же простые ребята, которые ловят весеннюю плотву. Коля говорит, что надо брать подсак. Что, помочь тебе? Да не, я думал, это видишь. Давай, давай. Она из-за этого. Иди она сюда, давай. Из-за этого шнура, понял? Было сопротивление. Не, ну что, рыба... Ну, хорошая рыба. Ну-ка. Ой, хорошая плотничка. Ну, понял. Надо хорошая. Надо одну палку выбрасывать и ловить одной. Так, как я и отличная думал. Рыба. Смотри, на шершавин тоже, видишь? Она только мешает. Только начинаешь... Видишь, кормушка полная. Ну, не полная, но... Ну, вымывается. Скоро. Вымывается. Ну, и прикинь, сколько мне хватит его. Так, и что? Понял, два шнура зацепил, и того, типа, думал, что там батон, а там... Ну, такой. Ну, хорошая рыба. Ты тоже видел 15 метров еще. Оп! Видишь, у меня точка работает. О! Неплохая. Неплохая. О, плотвица какая, ребята. Классика. Весенняя плотва. Хороший размер. Это хорошо. Стабильно правильный. Да. Да. Вот она какая. Побитая немножко. Я даже и парик. Мешает. Я думаю, нету. Посередине легко идет. Поспешил. А не, что-то есть. Да, плотвичка. Видел, она на тебя. Да. Красивая плотва. Ты видишь, у меня там эта одна точка работает. Вот именно. Там плотва, видать, стоит. Какая. Супер. Давай, родная, туда. Что там, нормально? Вообще отлично. Идеально. Только забросил недалеко. Надо где-то делать ютубах. И все, мужики, вот ловлю тот же самый крючок. The same.
Он уже даже чуть-чуть подтупился, я видел. Но я его специально не меняю. Интересно даже, насколько его хватит. Вот комбинация. Значит, опарыш за кончик. Вот, и три мотылика. По-серьезному. Оп. Глубины вообще нету. Вот, наверное, сантиметров 50 там. 70 от силы. Это хорошо. И все. Вот поставил. И все нормально. Да. Ляпота. Ребят, ну, сегодня отловились неплохо с Колей. Поймали вот таких вот красавцев. Такую красивую рыбу бойкую. Клевала? Клевала неплохо. Клевала даже, сказать, хорошо. Мы там по берегу половили по сравнению с другими немножко ребятами. Половили немножко плотвы красивой. Клевала сначала на комбинацию червь и мотыль. Вот. А потом полностью мы перешли на опарыш с мотылем. Один опарик, два мотыля. Рыбка красивая. И поклевки такие были хорошие. У тебя вот крупная как клюнула вообще? Ну, как плотва. Хороший загиб. Хороший загиб, удар. Не, ну хороший. Тут, наверное, грамм, ну, но не меньше, чем 600. Точно, ну, то и больше. Ну, больше 500. Больше 500, так точно. Это самая большая. Да, и вот хороший. Вот такие, вот такой стандарт, кстати, в основном проклевывал. Ну, это хороший стандарт. Это хороший, да. И пожарить, и на таранку. Есть икра? Конечно, это вся икренная плотва. Вся икренная. Поклевала, скучно не было, были сходы. Глубина небольшая в районе там. Больше нормы не берем, да? Не берем, больше, да. Больше нормы. Как раз вот золотая середина, когда не было скучно, когда рыбка поклевала. Дистанция была небольшая, где-то 35 метров у тебя была точка. У меня 35. У тебя, кстати говоря, вот клевала лучше на корм. Да, в принципе, и у меня клевала на корм. Но у меня еще попадалось на свинец. У тебя на свинец пару поклевок. Одна, и то мелкая залетная плотва. И все. Вот. На свинец одна плотва. Да. А все остальное было, в принципе, на корм. То есть рыба стала... Динамитовский корм Колю обрадовал. Он думал, что это все туфта, все это лажа, надо покупать. Все дешевле, все это бюджетней. Я, честно скажу, доволен нашей рыбалкой. Хорошая погода, хорошая компания. Классно пожарили мясо на гриле, сало, сосиски. Все было суперово. Ветер только немножко испортил настроение. Ну, блин, все идеально быть не может. Он теплый. Да, я думаю, что это еще не конец по плотве, что мы еще точно выберемся, может быть, даже на следующие выходные, потому что чувствуется, что вода еще холодная, должна прогреться водичка, и должно быть еще лучше, еще более интенсивней. Конечно, уже, может быть, и не будет вот таких вот размеров, но плотва должна еще пойти, и мы еще обязательно ее половим. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх Коле, ставьте палец вверх Тарасу, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, с удовольствием пообщаемся с вами в комментах по поводу этой рыбалки. Если вы знаете какие-то интересные особенности про ловлю плотвы, тоже обязательно напишите в комментариях, мы почитаем, Коля тоже комментирует видео, так что всем ни хвоста, ни чешуи, и до новых встреч. Пока!